Друзья, всем привет! Меня зовут Денис, и сегодня мы проведем сравнение двух суперпопулярных курортных направлений. И, конечно же, это будут Крым и Абхазия. Я уже заранее подготовился и сделал вот такую небольшую табличку, и будем сравнивать эти направления по четырем показателям. Это минимальная цена за тур без питания, минимальная цена за отель 3 звезды с завтраком. Итак, выбираем более-менее близкие даты. Это будет Крым 7 ночей с 17 июня, Абхазия 7 ночей с 18 июня. Заранее предупрежу вас, что официально в Абхазии отелей категории 3 звезды практически нет. Но есть очень такие приближенные отели. Я дальше поясню, что это такое значит приближенные к 3 звездам. И далее, отель 4 звезды, с Абхазией то же самое, 4 звезд там нет, но есть такие отели новые, с бассейнами повышенной комфортности, тоже приближенные к стандартным 4 звездам. И в конце возьмем любой отель по минимальной стоимости с трехразовым питанием. Итак, поехали, начнем с Крыма. Вот у меня уже открыт сайт Biblioglobus. Вылеты я беру из Самары. В принципе, напишите в комментариях, мы можем посчитать в следующем видео вылеты из любого города, из Москвы, там, из Екатеринбурга. Цены, конечно, будут отличаться, но я не думаю, что очень сильно. Итак, начинаем с Крыма. Первый параметр у нас минимальная цена за тур без питания. Сразу здесь поставим в настройках без питания. 7 ночей, Крым, двое взрослых. Все отлично. Проверяем. Оленевка Village. Ну, это было очевидно. Место под палатку мы сразу не рассматриваем. А номер двухместный, стандарт. Оленевка Village на первой линии, напомню, расположена для тех, кто не знает. И цена у нас базовая 33 тысячи 16 рублей. Пробежимся дальше, посмотрим, ничего дешевле нет. Ну, нет, вряд ли. По возрастанию цена идет. Запишем 33 16. Поехали дальше. Минимальная цена за отель 3 звезды с завтраком. Я специально ставлю завтрак, потому что так, а ну здесь у меня еще фулборд стоял, но оленевка не предлагает питание, поэтому без питания вышло. Так, ставим завтрак 3 звезды и поехали. Так, гостиница «Чайка», Николаевка, Западный берег. В принципе, неплохое место с песчаными пляжами. Мансарда без балкона. Ну, это, конечно, так себе вариант. Мансарда, крыша будет нагреваться, будет ужасная жара. Но все равно возьмем для примера. 49 741 рубль. Подешевле ничего. Нет, вроде ничего. Итого у нас 49, 741, указываем. 49, 741. И поехали уже в высший уровень. 4 звезды. Тоже на завтраках. Белый Грифон, отель Дайвинг Центр, восточный берег Крыма. Я там, кстати, работал в 2019 году. Не в Белом Грифоне, а именно на восточном берегу Крыма. Часто бывал в этом отеле Белый Грифон. У них нет своего пляжа, но там буквально в 100-150 метрах есть галечный, вполне неплохой пляж. Галька там крупная. Кому-то нравится галька, кому-то песок. Вот так, в общем. Тоже мансарда, аналогичные номера. Завтраки 59 971. Что-то подешевле? Нет. Так, и дальше поехали. Выбираем любой отель, но с трехразовым питанием. То есть, чтобы вы купили тур и больше ни за что там не платили. Ага, Привал. Ну, это было очевидно. Эконом двухместный. 43 342. Дешевле тоже ничего нет. Да, ничего нет. 43 342. Указываем. 43 342. И теперь давайте посмотрим Абхазию и сделаем далее выводы, что же выгоднее получится. Абхазия, указываем сразу без питания, любой отель, ищем минимальную цену.
Без питания в базе у нас 40 333 рубля. Кто-то подешевле. Нет, что-то. Ну, есть близко, да, 42-41 тысяча. Выбор, в принципе, есть. Также вот отель 3 звезды Белые скалы. 41 500. На завтраке не предлагают. Вообще питание никакое не предлагают. Итак, минимальная цена. Гостевой дом Sunrise. Неплохой вариант. Стандартный номер. 40 333. Минимальная цена. Уже видим, на 7 тысяч минималка у нас выше, чем в Крыму. Три звезды. Мы видим, что трех звезд нет в Абхазии. Ну, на самом деле, такие отели есть в Абхазии, но у них они называются стандарт отели. Они приближены к трем звездам, что-то близко. Сейчас мы для сравнения поищем. И обязательно завтраком ставим. Итак, Абхазия, три звезды. Ну, это явно не три звезды завтраками. Черноморец, такой устаревший, уставший пансионат. Ну, можно взять, так, например, вот гостиницу Олимп. Вот место стандарт. Давайте посмотрим фотографию примерно, чтобы представить. Ну, так себе вариант. Не знаю, что-то посерьезнее. Так, ну вот, например, отель Ритц, отель стандарт. Уже более-менее что-то нормальное. Ну да, на 3 звезды пойдет. Пишите свои комментарии, пойдет или не пойдет. И вообще свои замечания, что-то показать. Какой-то более подробный анализ. Может быть, отели писать в табличке, чтобы вы запоминали. Итак, значит, отель стандарт, Ритц, приближенный к 3 звездам, 57,91. Завтраком 57. Конечно, на мой взгляд, он получше, чем тот отель, который мы выбрали в Крыму. Ну, примерно, да, цены вот на 6-7 тысяч отличаются. Вариант 4 звезды. Тот же самый случай, что здесь нет вообще 4 звезд никаких. Поэтому будем искать варианты, прям действительно такие. Хороший отель. Желательно новый. Или, ну, не отель, а какой-нибудь очень хороший гостевой дом. В Абхазии есть такой хороший гостевой дом. Не гостевой дом, а отель. Каракас называется. Очень неплохой вариант. Вот. Гаден Резорт Гагра. Вот, конечно, прям хороший уровень. Что-то более-менее такое. Черный слон отель. Ага, давайте посмотрим. Вот, например, Paradise. Да, неплохой вариант. Также можно сравнить с Белым Грифоном. Так как я хорошо знаю отель Белый Грифон, будем искать что-то такое равнозначное. Я думаю, Paradise вполне подойдет. На мой взгляд, он даже получше Белого Грифона. Давайте еще для сравнения что-то посмотрим. Чуть попроще. Так, эконом мы уже не рассматриваем. Нам нужно приближенное к крымским 4 звездам что-то такое. Вот, здесь даже бассейн свой есть. Да, отличный вариант, и, наверное, его тогда мы возьмем в нашу подборку. Viva Maria, отель стандарт, 57,86. А, ну вот тут как раз по цене они примерно одинаковые. 57,86. Так, здесь, конечно, сложно, да, когда нет градации по звездам, примерно подбирать. И самый выгодный, самый экономичный отель с трехразовым питанием в Абхазии ищем. У нас получается пансионат эконом Черноморец, ну что и следовало ожидать, 49 862 рубля.
49 862 рубля. Ну что ж, можно сделать такой простой анализ. В целом Абхазия получает дороже. Минимальная цена на 7000 выше на туры в Абхазию. Отели с завтраком то же самое. У нас да, около 8000 разница. Отели 4 звезды тоже примерно. Но здесь у нас получилось, что Крым подороже. В Абхазии мы видим, что отели примерно такого же уровня, как Белый Грифон в Крыму, начинается примерно от 55-57 тысяч. И минимальная цена с трехразовым питанием в Крыму 43 300 и 49 800 в Абхазии. Ну, то есть в среднем мы можем сделать вывод, что 6-7 тысяч на 6-7 тысяч Абхазии у нас получается дороже с вылетами в середине июня. Такой небольшой анализ. Если у вас будут какие-то вопросы, обязательно, какие-то замечания, обязательно пишите их в комментарии. Я буду улучшать качество своих обзоров, улучшать и углублять анализ отелей. И обязательно подписывайтесь на наш канал. Может быть, вы хотите, чтобы я делал такие обзоры почаще. Предлагайте свои направления, страны, куда открыты перелеты из России. Всем спасибо за внимание и до свидания.